земля от света повернет во тьму. Так, доброе время суток. Валерий, я знаю, что вы такое не практикуете. А, нет, это мы проходили. Да. И еще, семена уклоняются в сторону прямой или подвоя. Еще раз говорю, если вы занимаетесь семечками, культурами, то вы не дождетесь, чтобы что-то увидеть, какие-то изменения или уклонения. Не дождетесь. Вот. Если вы работаете со сливами, это тоже не так просто. Если, допустим, ну, вот знаете как, хорошо там это сказать, ведения гибриды нет. Нет, нет гибридизации, нет. Вот. Учение Мичурина уже учение. Все. И не заморачивайся. А у меня этот черновая берет. Ошибки нет. Мы же не такие же огромные у нас объемы. Даем ему черенок венгерки. Он прививает ее на абрикос. Да еще на культурный. Получает розовую венгерку. Фотографии есть. Отсюда это еще не вегетативный гибрид. Мне любая, допустим, Наталья Ольга скажет следующее. Например. А вы сейчас возьмите косточку с этого розового плода. Вырастите гражданин Железов или гражданин Чернобаев и посмотрите, она опять синяя. Это может быть такой? Может. Почему я сказал, что вегетативный гибрид единственный в себе? Он получил вегетативный гибрид. Потому что была розовая, то есть это синяя стала розовой. А дальнейшая судьба его какая? Да чихать я хотел, какая судьба у него. Я все даже косточки. Ведь у меня начали гоняться. А мне у вас нет косточек розового венгерки? А у вас веточку можно розовой венгерки? И разослала десяток этой розовой венгерки, черенков. Приехал в Чернобаев. Вот. Говорю, давай так, доход пополам. Ну, цена черенка. Давай, срезай, меня замучили. Он срезает десяток черенков розовой венгерки. Они попали к нормальным людям, которые это самое... Ну, нормально имеется в виду, которых нет в голове. Этого не может быть. Не таким, который сразу. Не может быть. Они просто привьют. А придет время, скажет, Константинович, а ведь она осталась розовая. Вот ради этого и живем, понимаете? Поэтому я уж обращаюсь. Это, Наталья, Ольга, ну, пожалуйста. Не говорите сходу, что это чушь несет. Но ведь получилось же розовая венгерка. Это не придумка. Вот. Но не было у нас роду. И розовых. Ни у меня, ни у него. Ну, получилась же прививка на абрикосе. А до того интересно жить. А неужели вам не скучно в этих самых, в тех рамках? Ну, я вообще так, как вас убедить. Так, ну, виноградов сейчас он нас убьет. Отбор гибридных сеянцев. Мичурин. Первый отбор следует производить, когда растение находится в семидольном состоянии. При этом сравнительно более крупные размеры семидоли, крупные, а значит, значительная толщина, короткий толстый стволик под ними, под семидольное колено и трех семидольные всходы являются лучшими признаками культурности. Господин Виноградов, а как это реально сделать, да? Вот. Мы берем косточку. Что там внутри, мы понятия не имеем. Вот. Семидоли появляются потом. Если нормально посажены, то над почвой. Если по дуре, как это рекомендуют многие. Даже, кстати, ваши коллеги. Вот. Сколько я с ними воевал. Ну, нельзя же так несерьезно это в книге писать. 5-7 сантиметров. И не, а потом уже это, самое, когда уже дошло чуть ли не до скандала. Нет, стоит на своем 5-7. Но семидоли-то под землей остаются. Ну, а теперь получается так. Вот они, семидоли, вылезли. Так, теперь мы их видим. Вот. И, может быть, если верить Мичурину, какие-то признаки культурности можно определить. А для чего это нам надо? Мы с вами, и тут я за, мы с вами садим, ну, минимально, за что меня били, это 40 косточек. Посадили, минимальный заказ. Вот, допустим, 30 зашло. И любуемся. Вот уже такие семидоли, вот они торчат уже над этим. Это как бы нижние, еще можно назвать как-то ложные листья. Они со временем на листья начинают быть похожи.
истончаются, питательные вещества из них уходят в то корень, то вверх. Вот они уже чуть на лицочек проходят. И тут, конечно, культурность, наверное, если Мичурин прав, у меня нет таких наблюдений, прав, то можно из этих 30, говорят, а что мне все прививать? Я говорю, нет, прививайте те, которые кажутся менее культурными. А вот вам подсказка. Давайте по себе долим. Вот видите, не зря мы тут собираемся. Ефимов. Если прививку не удается сделать так низко, чтобы закрыть бутылкой, или при прививке в крону, надо ли накрывать полиэтиленом, как видел в некоторых роликах. На пробу так немного сделал, но как-то все запотевает. Или это нормально? У меня что-то ничего не запотевает. Я позавчера сделал первые прививки в скелет. Именно в скелет. Накрыл обыкновенной пищевой пленкой, вот обыкновенной, ну, то хлеб где ложим, то еще вот так раз, поплотнее, тут завязал, все. Они избавлены, там повышенная влажность, там повышенное тепло. Черенок, который пока только чисто символически примотан, но не прижился, он еще не получает питание снизу, значит, ему нужно что? Ему нужно продержаться до питания и не высохнуть. Для этого полиэтиленовый мешочек. А когда прививаем из земли, вы же как хотите, есть бутылки полиэтилена вот такие, но если вы прививаете по железу у самой земли, вот так, чуть ли не в корневую шейку, тогда любая бутылка накроет. Так. Адамов-ракетник доказывает существование вегетативных вибринов. Так, Коля. Привет, Коля. Мы знакомы, нет? Винограду. Это больше на яблони с трехсеменными. У меня их около 10 таких семян Golden Delphi. Так, ребята, мы, наверное, закончили. Мы уложились почти что. Вот. Мы вроде бы уложились. Но не дождался я ни да, ни нет. Вот. Вот здесь бы написала бы это Наталья или там Ольга. Вы несете как-то было чушь, да? Вот здесь бы. А уже тишина. Вот. Ну, может быть, про чушь они напишут там. Это их территория, это их поле. Там, на этом, на Тумановском участке. Вот. Это здесь я могу говорить, что хочу. Они там могут. Вот там они и скажут, что все, что сегодня мы слышали, это чушь. Вот. А я все еще надеюсь. Нет, а вдруг или их просто промолчат. Там вообще пора прекращать эту дискуссию, надо заниматься делом. Таким делом. Спасать эту Тимирязевку. Или это альма-матер, ваша мать научная. Или ей конец. А мы предлагаем любителям свою помощь, настоящую помощь. Для нас вырастить за 5 лет сад годный для Нобелевской премии – это реальность. Это так просто делается. Ну, конечно, вы еще мало знаете о нас. Если бы вы знали, как это просто, и никакого труда первый год немножечко поухаживать, да, порыскать 2 месяца, это я потом уже на этом, на следующем вебинаре покажу. 2 миллилитра яда, миллилитра, вот, смотрите, в колбочке, на 10 литров. Опрыскал весь питомник. Какой яд? Его можно даже с этой 10 литров даже выпить и не отравишься. А почему мы не отравимся, а отравится тля? 2 миллилитра растворяется в 1000 раз. Да потому что тля маленькая, ей хватает, а нам нет. Настолько безобидно это все. Главное вовремя. Они вот эти самые, они же когда ходят с этими баллонами, с этими скафандрах, у них это другое. Надо, не надо, они вот прыскать, они за это деньги получают. Такой тупик залезло от садоводства. Изувечить, прыскать, изувечить, прыскать, изувечить, прыскать. Разделите за короткое лето 40 обработков. Это что? Все, проехали. Так, привет из Питера. Каталог Черенков опять не работает. А, нет, это мы все проходили. А как там оказалось внизу? Ага. Так, у каждого свой опыт, правильно говорят? А гражданин награды, что-то вы еще нам тут подсунули? Екатерина говорит, постулируемая. А где же они вот это вот взяли, что это лжеучение? Где они, эти девушки взяли, женщины взяли
вот эту схему, что 30... А, вот оно. В результате... Интересно, да? 30-й, 50-й год. Ну, Мичурина долбили по этому самому. До 70-х годов он все считался этим образцом. Ну, хорошо, это Википедия. Спасибо, что нашли. Эти девчонки, то есть женщины, не стали говорить, где они взяли. Они просто выдрали это, так? Вот. А давайте мы рассмотрим в другой раз. А это же, как называется? Это же Википедия, наверное, да? А здесь весь мусор тут. Вот. Потому что вот мне, что меня, почему я Дарвина уважаю, хотя его теория ложная, вот, то, что он был сторонником эффективной гибридизации. Я его за это так уважаю, так уважаю. А вот откуда она взяла-то это. А где слово лжеучение? Ну-ка. Сейчас. Вот эта фраза была. Минуточку. Вот это начало, да, вот такое. Ложность теоретических воззрений, так, развитие генетики. А гибридизация генетики отношения не имеет, поскольку образующие гибридизация к истинным гибридам к химерам. Вот. Ой, господи, 19 век все еще над нами давляет. В современной научной литературе термины практически не используются. Будут использоваться. Куда вы денетесь с подводной лодки-то, ребята? Хотите сады иметь? Будете использовать? Боже мой. Но тут нет права. А это, смотрите, начало такое же. Слушайте, 90. А может быть, это вы добавили, вот повторяя вот это все, да? Вот. Где это? Вот, где там про 30? Вот начало. А в конце-то вы же написали, что уже учение. Или это вы добавили от себя? Или преподаватель вам это бил башку? Ой, извиняюсь, ваши головы. Да, допущенный случай. Принцип такой. Хотите иметь сады, будете заниматься. Не хотите, вот, сидите и это самое там на лавочке семечки лузгайте. Вот, я ждал от вас хоть какой-то реакции. Даже если бы кто-то из вас сейчас там в этих вопрос-ответы написал бы, что я остался при своем мнении, зря вы тут распинались, я бы это уважал бы вас за то, что сюда посмотрели, да, какие-то термины, что-то приняли, скорее всего, не приняли, потому что у вас это уже, как сказать, у вас есть инстинкты природные, да, как у дерева, а есть инстинкты, которые мы, знаете, как называем, вспоминайте, вот, прирожденные, а есть инстинкты внушенные. Вам внушили, вы теперь все, вы жертвы. Это так трудно сейчас взять и сказать, а ведь они есть. Уж сколько я вам показал фотографий. Все, на сегодня достаточно. Я свое дело сделал. На 5 вопросов. На нулевой вы сами начали про это, про прививку, про обрезку. Я раскрыл обрезку, только мог. Хотя у меня еще есть 1000 фотографий, которых вы не видели. Вот. Но время не позволило. Следующий вебинар, все 5 вопросов мы рассмотрим. Там проще. Вот, потому что... А, нет, все, наша песня хороша. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Расстаемся на неделю, до следующего понедельника. А, нет, не все. Как это все? А, как это все? А этот? А каталог для кого? Которые вы не видели. А каталог для кого? Каталог семян, каталог черенков. Я немножко опоздал, не успел. Сейчас чуть-чуть подшиманю. Но каталог черенков тоже Антон Валерьевич с ним вас познакомит. Вот, уходит последние дни. А что будет завтра, мы не знаем. А потом больше нигде, никогда в несуществующих природе, и у меня тоже их нет, вегетативных гибридов вы никогда нигде не получите. Вот. А то, что у меня, это вам приснилось. Ну все, спокойных слов, Оля, Наташа. Ни ответа, ни привета, а я старался. Вот. И все равно есть какая-то надежда. Ну, есть надежда. Есть. Вот. Спасать тебе реалику надо. Если для вас это просто пустое говорение, там участие в этом Тумановском, то, конечно, от вас помощи не дождетесь. Не дождешься. А нам нужны москвичи. Влиятельные.
грамотная, авторитетная, как вы представились. До свидания.